Всем привет, меня зовут Инесса. Если вы видите меня впервые, то я дизайнер одежды, и уже сегодня ровно год, как я веду свой YouTube-канал. 2 июня я загрузила свое первое видео, и для меня это настолько знаменательное событие, я очень рада, я очень безумно благодарю вас за то, что вы подписываетесь, за то, что вы комментируете мне. Я думала, что мой канал вообще никогда не вырастет. Я когда закрывала 35 подписчиков, 50 подписчиков, я знаю абсолютно всех, кто на меня подписан. И для меня, кто подписывается, кто отписывается, для меня каждый человек, который приходит на мой канал, я безумно ценю это. Ценю то время, которое вы тратите, просмотр моих видео. Благодарна за каждое доброе слово, за каждую новую идею, которую вы мне пишете, подсказываете. Я безумно рада, что за вот этот год у меня уже 70 видео на моем канале. И для меня это уже прям такое что-то весомое, существенное. У меня 1180 подписчиков на данный момент. Я очень благодарна иметь такую сумму. Конечно, для кого-то кажется, что 1170 там, подписчиков это мало. Окей, это мало, я согласна. Но это не так легко набрать, не так легко заинтересовать человека, чтобы он подписался на ваш канал. И это стоит довольно много усилий. Если вы смотрите видео, которое укладывается в 4-5 минут времени, то приготовить это видео, отснять весь этот процесс монтажа, плюс загрузить на YouTube, это занимает очень большое количество времени. Одно видео может занимать около 5, 6, 7, 8, 9 часов. Поэтому, когда я прошу вас, чтобы вы меня поддержали лайком, либо комментировали мои видео, это обозначает то, что мои усилия, мой труд, он не был напрасен, он не был пуст. И когда вы поддерживаете меня лайком, комментарием, мои видео YouTube поднимает вверх, и еще больше людей просматривают их, тем самым вы точно так же помогаете мне увеличить мою аудиторию, увеличить мои часы просмотров. За это я вам очень благодарна. Спасибо, что вы этот целый год были со мной. Надеюсь, что вы останетесь также на моем канале и будете поддерживать меня еще на протяжении многих остальных других лет. Спасибо вам на то, что вы нашли минутку открыть это видео, посмотреть его. Я надеюсь, что через камеру я передала тот позитив, который я сейчас ощущаю. Всем вам хорошего настроения, всем вам хорошего дня и всем пока-пока!